Приветствую на своем канале. Сегодня поделюсь еще одним способом снятия позолоты в домашних условиях. Для этого будем сегодня использовать ламели от оперативной памяти, видеокарт, также части браслетов с позолотой. Будем растворять подложку, чтобы осталась одна позолота. Смотрим. Для этого нам сегодня понадобится емкость, электролит плотностью 1,27, самый обычный, и перекись водорода концентрированная 35%. Значит, отправляем все в стакан. Меряем сначала электролит. В среднем меряем 100 миллилитров. Заливаем. И столько же нам надо перекиси водорода. Добавлять будем перекись дозами, чтобы реакция была не сильно бурная. Добавляем сначала треть. И оставляем так до проявления реакции. Реакция уже пошла. Вот видите, такая достаточно бурная реакция. Ну, оставляем так минимум на час-два. Прошло 20 минут, раствор достаточно бурно работает, добавляем по чуть-чуть перекись, вот уже часть позолоты слезла. Прошло 3 часа. Реакция немножечко подотихла, поэтому добавляем еще перекись водорода. И снова оставляем раствор работать. И так продолжаем, пока реакция не прекратится. После еще 2 часов добавили немного перекиси водорода. Реакция еще идет. И оставляем так и до утра. И посмотрим, что будет.
И вот раствор простоял у нас ночь, реакция у нас закончилась. Раствор прозрачный, золото вся осело на дно. Будем сливать сам раствор и очищать ее сразу от позолоты. Пока оно сливается, можем увидеть, что ламели все чистые. Позолота вся слезла. Здесь примерно 160 грамм ламелей было, ну, чуть-чуть остаточки, ну а так как бы чистый. Браслет тоже растворился. Вот такой вот раствор. Солью, освобожу емкость и покажу, что в результате у нас получилось в итоге. Частично я процедил уже, убрал ламели, и вот у нас вот такие ламели встречаются, которые легко снимаются по золоту. Подложка съедена. И просто раз и смываем. Вот у нас позолота. Большие хлопья — это остатки от браслета. Как только все процедится, покажу в итоге. И вот наш конечный результат. Ламели все промытые, очищены. Даже не было несколько штучек остаток от телефонов. Пуговицу полностью съела хлопьями. Вот это позолота, это как раз остатки от пуговицы и от браслета позолоченного. Вот такой в итоге у нас отличный результат. Если вам понравился метод, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет еще много интересных видео. Всем пока!